Кто бы мог подумать, что в этом доме появится снова малыш? На этот раз девочка. И ей нужна няня. Расторопная, умелая, добрая и внимательная. Серьезно, а как я туда попал вообще? Алло, здравствуйте. Помните, в прошлый раз вы подрабатывали у нас нянькой? Ну да, и что? Не могли бы вы вернуться? Нет, ни за что. Бегом работать! А? Что? Я снова здесь? Ну нет! А? Телефон? У них наконец-то хватило денег, чтобы купить себе телефон. Да, они стали богачами. Еще бы я знал английский. Что тебе нужно от меня, женщина? Вытащите меня отсюда! О, привет. Вы чем-то похожи со своим братом. Я вот не могу сказать чем, но точно чем-то похожи. А, недовольным лицом. Но в принципе все то же самое, кроме того, что они наконец-то купили себе батарею. О, огнетушитель появился. Так, подождите. Надеюсь, он нам не пригодится. Хотя зачем же его сюда поставили тогда? Блин. Духовка теперь открывается. Хотя чему я радуюсь, меня ж туда могут запихнуть. Главное, чтобы ничего не слышали. Что, подождите? В смысле open door? Вы что, шутите, что ли? Пикап ботл? В смысле? Какой-то странный у вас домик здесь. О, масочка, так вот нам что нужно. Давайте заберем это. А, я думал, это для меня масочка. Блин, так будет еще страшнее, лучше бы на меня маску одели. Ладно, зато так и не буду видеть твоего лица. О, так лучше. Зато теперь кажется, что ты всегда улыбаешься. Хотя нет. Блин, я слышу, как капает вода, меня это раздражает. Хорош капать, где там наша бутылка? В смысле? Я ее взял. Алло. Мысли? Что это за хрень? Подожди, мы так не договаривались. Ну, допустим. На, держи. А, теперь ты счастлива, у тебя даже маска немножко растянулась. Это же насколько сильно у тебя лицо, что ты маску можешь растянуть. Ну ладно, пошли. Кстати, тебя мы еще не кидали, ну-ка. Тоже хорошо летает. Так, погоди, пока здесь, я все подготовлю. Ой. А, я не могу подготовиться, я не могу положить эти труселя сразу туда, куда мне нужно. Вот отстой, она тоже хочет меня пугать. На всякий случай сразу закроем дверь, ну кто его знает. Я слежу, слышала, я слежу. Енотик. Он моргнул. И что я должен делать? Я сейчас заплачу. Ну ладно. Енотику так енотику. Слушай, енотик это единственное, что меня будет здесь успокаивать. Давайте посадим его куда-нибудь. Ты мне еще пригодишься. А ты что там делаешь? Так, ну-ка иди сюда. Мы на потолках не лазим. Енотик, пошли отсюда. Пошли отсюда. Я не хочу за ней следить. Давайте пойдем куда-нибудь с енотиком и спрячемся здесь. Енотик, я тебя спрячу вот где-нибудь здесь. Полежи пока в холодильнике. Ну все, пошли. Пора спать. Как говорят, так и делаю. Полежи пока. Так, в кровать так в кровать. Короче, иди там, приляг ты, думаю, разберешься. О, Тедди Тубайту. Теперь мы знаем, как нас зовут. Нас зовут Тедди. И наконец-то мы перестанем быть самым скучным человеком в мире, и мы пойдем тоже спать. Зачем нам смотреть телек? Вот действительно. У нас, кстати, еще одна дверь. То, стоп, что? А вот сейчас мне действительно интересно. Там еще какая-то комната. Вот там. У нас есть второй этаж. Подождите, здесь есть дверь, реально. Так, а что за этой дверью? Мне же теперь интересно. И чё, прям не расскажете, да? А, в смысле? А, Тедди! Блин, какой я тупой! Это енот! Так вот, как тебя зовут, значит, да? Это ты, Тедди, был. Я думал, что Тедди это я. Вот так вот мы невзначай стали енотом. Или ты не Тедди? Где твоя кровать, Тедди? В смысле? А-а-а! Так, подождите, видосики по игрушке? А, так енот это не Тедди, подожди, вот это что ли Тедди? Вот он Тедди, точно, вот тебе твой Тедди, все? Play games on computer, наконец-то, обо мне хоть кто-то заботится, да. Вот что значит жесткий, смотрю видосик внутри игры, про которую снимаю видосик. В смысле? Хорош кричать. Я тут играю в игры вообще-то, это очень важное дело. Ну что такое, а? Ну что произошло? Ты что здесь делаешь, алло, друг? В смысле еще один? В смысле еще один? Этот еще больше, чем предыдущий. Тедди, расскажи мне все, что ты знаешь. Что здесь произошло? Фига себе, еще этот енот может выдать прикольный бит. Ты где, алло? А, ну вот. А я о том же говорю, что мы телек уже не смотрим. Теперь ты решила телек вместо нас посмотреть, да? В общем, иди спать давай, там сама разберись. Поиграйте в компьютерные игры. Опять. Конечно, я только с радостью. Так, не понял, в смысле, а ты где вообще? Ты что, уже успел перебраться вниз? Понятно, снова енот, да? Подождите, а кому мне бутылку давать, еноту или ребенку? Вот это вот интересно. По-моему, ситуация с электриками до сих пор не решена. Ты еще один енот, так ведь, да? Давай ставим здесь бутылочку, как бы. У нас тут есть вот такая вот печка. Залезь туда. Че вы там с енотом местами меняетесь? А что у вас происходит? Ты там давай, поговори, разберись со своими электриками, потому что это какая-то жесть. Как я буду свои компьютерные игрушки играть, если тут будет постоянно свет отключаться? Отстой же, не так ведь? Знаете, с этими трусами связано очень много страха. Я не знаю почему, но... Блин, я не хочу их менять. Слушайте, давайте не будем их трогать. Пускай она будет такая вонючая ходить. Блин. Слушайте, по-моему, все повторяется. То же самое. Они только дорисовали енота. Иди отжимаю своего енота. Я что сделаю-то? Теперь ходить. Вот чем я занимаюсь? Хожу. Ухаживаю за чьими-то детьми и отжимаю у енотов трусы. У нас уже около 3-4 енотов. Давайте вот перед выходом их здесь оставим, потом заберем с собой. О!
отдай трусы. Look under bed. Блин, по-моему, это плохая идея. Давайте закрою глаза. По-моему, я сделал правильно, так ведь? Чё там было? Чё, валяешься, да? На, ладно, валяйся. Ты на месте, это уже хорошо. Ты счастлива, это тоже уже хорошо. Можно сваливать. Блин. Честное слово, одно и то же происходит каждый раз. Единственное, что здесь изменилось, это енот и телевизор. Чё? Уже на протяжении второго дня мы будем смотреть видосики по этой игрушке. Здорово. А, в смысле? Смотри телевизор. У меня же тут есть компьютер. Зачем? Привет, дружище. Давай ты не будешь меня жрать. Ну, пожалуйста. Так, кто-то плачет. Не похоже, чтобы это был енот. Ага. Слушай, честно, я бы тоже испугался. Ты что тут делаешь? Ты зачем их пугаешь, а? Пошел вон отсюда. Тебе нужен твой Тедди. Вот отстой, а где я его возьму, а? Телефон звонит второй раз. Мы настолько общительные, что нам звонят второй раз. А, надеюсь, что там все идет хорошо в доме. А, что? 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 Подожди. В смысле? Подожди. Чего устроили тут? Блин. Че мы теперь скажем-то? Если я хозяйке скажу, что 4 енота спалили медведя, меня точно в дурку заберут. Блин, Тедди надо помыть, слушайте, а? У нас есть раковина, можно помыть его в туалете, конечно, но он не открывается. Я вас всех заберу с собой, а потом продам. Вот так, валяйте здесь. Блин, это выглядит как какая-то рок-группа. О, погоди, мы про еще одного енота забыли. Тебя мы сейчас тоже посадим. На бутылку. Ха. Блин. Теперь я понял, что было под кроватью. Кто пустил сюда ворона? Блин, какой-то отстой. Они нашли ребенка. Слушайте, ну тем лучше вообще-то. Пускай еноты делают с ним, что хотят. В принципе, у нас есть бита. И я не побоюсь ее использовать. Чё? А? 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 Что это, блин? Что это такое, а? Что это такое? Примерно вот так вот выглядит обычный день няньки. Чем я занимаюсь? Хожу? А... Оставь меня в покое. Пойди, у меня в доме такого делать нельзя. Блин, слишком много свечек. Сколько же они потратились, блин, сколько же это денег? Пускай валяется здесь. Только что мы объясним хозяйке, когда она вернется. А, целая кучка енотов попыталась сжечь медведя. Спалила, что это, плиту. А потом они попытались перенести в жертву ребенка. Я уверен, нам поверят. Play games with baby Lirius. Я уверен, она настроилась на игры. Вот кто теперь это будет убирать? А это же мне этим нужно заниматься теперь. А, так ее сюда надо было посадить, а я ее в кресло сажаю. Какие наушники? Откуда у меня столько наушников, а? А, ладно, давайте играть. Второй монитор мы будем смотреть белый экран. Блин, мамаша пришла. Это не я.